Эй, чувак, просыпайся. Что? На улице уже светло. Да? Да. Можно идти, но без тебя я бы не пошел все равно. А это ты свечи зажег? Да. Угу. Так, давай. Ты уже был на улице? Да, тут замело, кстати, все. Ты раскапывал, я так понял. Ой, слушай, мороз прям. Так, чё? О, смотри. Помнишь, мы вчера убегали от кого-то? Я Ну уже да. не помню. И мы не сходили налево и направо. Снег какой красивый, блин. Давай-ка сходим туда, наверное. Правда, холодно. Так, я... Ой, тут темно. Можешь проверить, что в ящике? Давай посмотрим. Давай. Ну, тут 10 буханок хлеба. В принципе, будет что поесть. Ну да, я уже сколько не ел. Дня два, наверное. Давай пойдем посмотрим, что там в сарае тут. Сырая? Да, мне интересно. Хорошо. О, кстати, тут бревна можно будет на растопку потом взять. Кстати, тут закрыто. Но хотя там можно сзади обойти, там он все равно развален. Ну давай. Так, тут какой-то сундук. Сейчас я посмотрю, что в О, нем. слышь? Чувак, тут в сундуке знаешь что? Тут кости, череп и кишки. И И кишки? да, и лопата одна есть. Но лопату можно с собой взять. Ну, Ну, возьми на всякий кстати, случай. это очень как-то странно. Если... Слушай, если я сойду с ума, я буду на эту цепь бесконечно смотреть. Она меня напрягает, реально. Ну да. Так, давай-ка... Подожди. О! А, они Заперты с типа. другой А, стороны ну были. да, Слушай. интересно. Давай, наверное, еще сходим... Давай Вон в ту туда. сторону. Но это же не О, бесконечно смотри, лес. чувак. Там Ча-ча-ча-ча-ча. лесопилка, походу, какая-то, смотри. Ого. Да? Да, мы сможем отсюда дров взять, типа. Ну да, кстати. Ух ты, знаешь, что я увидел? О, ого. Смотри, там какой-то склад или что? Стой. Блядь, бежим. Бежим, бежим. Я слышал вой какой-то. Я тоже самое слышал. Блин, Блин. бежим, нет. А, черт, я Бежим в дом быстрее. снегу застрял. Давай быстрее, Так, заходи, давай сходи. разделимся. Иди. Так, черт, блин, что делать? Зачем я сюда забежал, блин? Надо закрыться, наверное, нет. Пойду-ка схожу, наверное. Фух, твою мать, давай быстрее. А, черт, черт, твой усилился. О, давай, давай. Фух, все, я просто забежал в магазин по Давай, нужно тупости. закрыть. Да, молодец, соображаешь. Так, подожди. А мы, кстати, не осмотрели вот эту часть дома. А, давай. Какие-то лаборантские столы стоят, печь какая-то. Слушай, тут кресло какое-то. О, какая-то штука химическая. Ну да, на горелку Бунзена похоже. Бунзена, я не знаю, как называется правильно. Я не химик, вот просто знаю, типа такая вот. Наковальня. Наковальня, да. Слушай, стул удобный, серьезно. Наверное, здесь жил какой-то чувак, который, может быть, ставил опыты на ком-то. Ну вот реально похоже. Ну вот эта голова меня напрягает, которая на стене А висит. может быть, это голова, как там называется, из какого-то фильма про пришельцев, да? Ну да. Там зона 51. Но нам сейчас не до шуток. Там, наверное, сейчас позже я в окно посмотрю. Так плохо видно. Ой, блин, я упал с подоконника, ёкнулся. Так, там, по-моему, темнеет. Блин, это плохо, если Да, честно. но оставаться здесь я не буду. Так что давай, наверное, сейчас сходим, проверим. Может быть, он ушел уже. Давай. Так, давай-ка я, наверное, дверь открою. Выходи. Только дверь это не забудь закрыть. Так, проходим. Так, молодец. Фух. Куда нам деваться, я даже не знаю. Ну, может, пойдем в те дома, где мы вой услышали, хотя это странная идея. Да нет, слушай, я думаю, не надо. Нет, не надо. Ну ладно. Там же звуки оттуда шли. Я боюсь сюда идти. Я, знаешь как, ты не представляешь, как я боюсь, блин, эту хуйню встретить одним словом. По-другому выразиться никак не могу. Так, давай-ка, наверное, сходим к речке. Кстати, Там вода холодная, осторожно. рудник какой-то, можешь попить получится. Вода реально ледяная. Я что-то не хочу. Пойдем, наверное, дождь? В смысле? Что за херня, слушай. А что вот это за херня? Где? Ну вон там, наверху. Это? Да. Нифига себе. О, там снег. В смысле, что это за херня? Не знаю. Что это за место, слушай. Джохан, пойдем. Это большой член.
Да какое это? Какая-то радиовышка или что это? Похоже. Слушай, А, да, кстати. а что делает радиовышка в лесу? У меня такой вопрос. Как бы это Не странно, могу на него ответить. как бы это странно не звучало, но серьезно. Вышка посреди леса. Залезть на нее не получится, к сожалению. Ну, и зачем нам Ну, это и делать? зачем туда? Так, там река какая-то еще. Вот это вот, конечно. Блять! Осторожно, чувак. Чувак, чувак, ты чуть не утонул. Ты живой? Да, живой. Черт, я замерз. Пошли в тот дом, Пойдем. где печка. Блин, холодно. Я не знал то, что этот лед такой хрупкий. Блин, в следующий раз надо будет по льду не ходить. Я как дебил пошел, конечно же. Так, черт. Не знаю даже еще, что придумать. Надо посушить одежду. Блин, черт. Ай, блин, споткнулся. Нога, блин. С тобой все нормально? Ну это хорошо, то что с тобой хотя бы все нормально. Слушай, я не могу идти уже. Черт, опять этот крик. Джохан, беги, оставь меня здесь. Я не смогу дальше идти. Я не смогу дальше идти. Беги, дебил. Не оборачивайся, беги. Идиот, не стой, беги быстрее. Черт. Придется встретиться один на один с этой тварью. Ну держись, тварь. Черт, как же нога болит. Черт. Что-то. Эй, куда ты был? Стой, подожди. Куда ты собрался? Джохан. Дебил, стой. Куда ты вышел? Там же ночь. Джохан. Джохан.